Ну, здравствуйте, мы возвращаемся снова в наш турнир, и у нас третья пара игроков. Трайм и Хардонли? Хардонли. Хардонли. Онли Хард, Хардонли. Да. Возможно, из Доты откуда-то игрок. У нас достаточно распространенное выражение, так что... Что не факт, что ты... Доту. Я сейчас все в Доту играю. Тут, кстати, у нас снова интересные колоды. Ну, хантишку. Ты про ханта? Да. Сейчас глянем. Тут у нас за хант. Ну и маг все-таки. Мага тоже мы не каждую игру видим. Хотя сейчас довольно распространенный. Ну да, его либо банят, либо... Либо его не играют. Либо банят, либо не играют. Ну, смотри, охотник у нас играет с крабами. Точнее, с одним крабом. Ну, это агрохант. А краб зачем? У паладинчиков есть. В смысле, против Мурлок Паладина. А, я думаю, краб, который ест пиратов да. Зачем? Да. Вот, пожиратель секретов. Так что мага мы не как раз-таки не забанили. Это странно, да? Зачем ханту пожиратель секретов, когда у нас есть флеер? Ну, знаешь, такой ход конем. Ну, кстати, флеер снимается антимагией. Да, вот в том-то и дело. А пожиратель секретов нет. Между прочим, хочу отметить. Отмечай. А, нет, показалось. Я хотела хорошо похвастаться, что у Трайма рейтинг выше, чем у тебя, но нет, не выше. Естественно. Чтоб ты не говорил всякую. У нас опытные комментаторы вообще-то. Да, да, да. Но не выше, чем у меня. И, кстати, это контрольный маг. Стоит заметить, это не темпо-маг. Ну, это интересно тогда. Снова да. Завис, снова завис просмотр. И как потрясающе это работает. И карта, смотри, как классно. Вот она крутится. Потрясающе. Как же хорошо. Спасибо, близы. Продолжают нас радовать. И что-то это каждую игру происходит? Или в двух из четырех игр у нас происходит? Да, но это контрольный маг с энзотом. Где энзот, там и краптор, смотритель, который добирает там дракона, мурлока и зверя. 2-2. Давно, кстати, не видели тоже карту смотрителя. Прикольно списался смотритель такого мага, потому что действительно все три карты можно дропнуть. Ну да, да. Я что-то не часто видела такое использование при этом. Кстати, подожди, мурлока у нас не играет маг такой. Обычно играют мурлоков на добор, но этих мурлоков нету, так что смотрите, только две карты максимум можно добрать. Ну, все равно неплохо. Да, неплохо, но можно было бы, конечно, реализовать куда лучше. Ну вот против такого приста, наверное, мурлок на добор не очень хорошо играет. Мы не хотим помогать искать все комбинации присту. И упырь мы играем на магии упыря, который тоже порушит все планы присту. И этот упырь уже в руке есть. Так что, ой-ой-ой. Посмотри, что мы делаем. Мы пошли сразу... А, или нет? Я просто прицелился уже удвоением здоровья. Не так-то потенциал хороший. 20 урона есть уже. Ой. Ой, и нету. А вот эти не сгорают, кстати? Нет, нет, эти не сгорят. Пока не за одну ману, это бы представь, какая грязь тогда бы, была. Тогда бы Inner Fire бы не сгорел, потому ну, что да. он 0 маны ставит. Ну да, и как теперь выиграть такому? Ну так, ну, наверное, Хардонли играет все-таки алхимика. Сейчас мы посмотрим. Снова такой прист. Интересно. Ну, это очень сильная колода, но очень много упырей, и поэтому, да, алхимика играет. И поэтому я отказался от такого приста, потому что реально упыри, и все, и что ты делаешь без упырей? И даже ладно бы упыря, да, ну ладно бы и Нерфайр бы тебя сожгли, у тебя есть алхимик, но мы жжем еще и... Зелье безумия. Это очень важная комбинация на случай, если мы потеряли стол, чтобы украсть существо, удвоить там два раза и залетать. Мне кажется, для ландера, вот ландере попроще. В турнирах, конечно, тяжело, потому что в турнирах чаще упыри встречать. Ну, так что у нас 6. Ну, драконида не убиваем. Его придется хилить. И маг уже не пинганет, его не убьет. Айзеблок, ну, мне кажется, Айзеблок не поможет присту. Ну да.
ситуацию, представь, все равно не очень приятная. Ну что, давайте Flame Strike, почему бы нет? Людум Сейра. Ну, Маз Диспел играет прист, так что, наверное, не, на самом деле у мага много еще ОЕ, поэтому я согласна с волной, меня просто не жалко. Вообще не жалко. У нас уже два ОЕ есть в руке, так что третье можно и отдать. Ой, выбор, тем более прист не способен заставить стол весь быстро, такой прист, так бояться. Смотритель доберет дракона, кстати. А зверей, наверное, тут нету. Зверей нету, он пристав. Да, конечно, откуда? Какие звери? Ну, дракон как бы тоже технически зверь. Но он дракон. Дракон — это дракон вообще-то. Вот что ты взял и унизил сейчас просто всех драконов? Дракон тоже зверь. Это вообще отдельная раса, можно сказать. Какой зверь? Дракон. Ну, типа, как разные звери. Собаки там, кошки. То есть ты сейчас дракона с собакой сравнил? Да. Ну это же ящерица с крылышками. А ящерица же у нас звери все. Жаль, у нас сейчас драконов не водится. Они бы тебе объяснили. Да, то ли дело раньше, дракон, когда... где собака? Когда раньше водились драконы. Тогда бы я бы не позволил бы себе такие слова. Ну, кстати, мы видим, что у нас у Приста Саленса в руке нету. Конечно, мы не добрали карту, но на следующий ход можно смело поставить. Ну все равно, кстати... Не так уж плохо дела, а вот у мага стали похуже, потому что карты кончаются. Угу. И мы не очень хорошие карты тут декаем. Ой-ой-ой, мы сейчас можем снять весь блок магу, под единичку причем. Причем прям под единичку. Это чё? Это ну Рин? Как под единичку? Это Рин? Это как там? Это же Рин, да? Да, Рин. Ё-моё. Ну, что могу сказать? А, тут будет 18 урона, да. Поняла, как под единичку, да. Прям под единичку. Красота. Mm-hmm. Ну, там мы видим, что есть еще айсблок. И Алекстраза есть. И мы причем сможем просто сейчас АОЕшку дать и убить весь стол. Потому что 4 здоровья у всех существ максимум. Даже так, ну интересно. И вешаем айсблок, и все, мы в безопасности. Потому что нам, во-первых, нам даже айсблок в этот ход не смогут снять, а во-вторых, мы сможем еще Алекстразу кинуть. Бум, красивая волна огня, прям очень красивая. Приятно. Убило вообще все, что можно. Так, что может помочь Присту снять айсблок? Ничего. Нет у него, да. Вообще ничего нету. Потому что даже зелье безумия мы сожгли. Он вот пытается заставить стол, чтобы как-то нанести. Блин, прикольные легендарки, да? Смотри, таунт, два таунта пришло как раз таки. Да, легендарки действительно очень неплохие попались. Мы сейчас, наверное, что поставим? Ой, это 3-6. Да, наверное, Алекстраза. Мы уже не сможем поменять местами. Ой-ой-ой. А это шанс? Нет. Как бы шанс, но нет. Я смотри, все бить в лицо и ставить все, кроме пожирателя. Хотя ну, это вторая глыба на самом посмотри, деле. Посмотри, мы просто сейчас делаем дыхание дракона и все, и чистим весь стол. Слушай, мы ставим два таунта легендарных, а потом еще и Сензо там их призываем, да. Оба. Вообще это жестко. Красивая это комбинация. Жестко, да. Анзот это свой маговский, да? Ну конечно. Тролли Максом Зотом. Бах. Несмотря на то, что казалось бы, да, 8 хп. Да. Есть пожиратель секретов. Есть. Но. А, ну и что? Так типа? Близко и так далеко. Да. Если пиробласт был бы пристав. Да, сейчас был пристав, был бы пиробласт. Было бы отлично, но нет. Ну, конечно, сильно испортил упырь игру. Ну, но то он и лежит в колоде, чтобы вот так вот выигрывать матчапы. Да, просто один упырь выиграл игру. Конечно, АОЕ еще неплохо зашли. Там, в принципе, у Пристата были шансы небольшие. Да, мы сняли первый из блока, казалось бы, победа близка, еще тем более под единичку прям смогли снять. Там второй из блок, там Алекстраза, массовые зачистки. В принципе, так... Контрольный маг и работает. Куча зачисток. Тяжело убить. Вот интересно, чего ждет Хардонли? Он
Не знаю, может горит. Все думают, блин, как так проиграл. Дергает себя за волосы. Думаешь, что есть какие-то еще варианты? Я бы, наверное, поставил бы на броню. А, ну, ну да, на броню поставил. Потратил в прошлом ходу последнего дракона. Кордон ли теперь не раскопать нового? Ну, тут бы я бы уже сдавался бы. Даже я бы уже буду сдавался. Даже ты, а ты всегда играешь до последнего, никогда не сдаешься. У меня, кстати, было пару раз, я играл ладдер, и казалось бы, уже все, игра проиграна, уже прям охота нажать Escape Conceit. Ну, думаешь, ладно, поиграю еще. И выигрываешь потом, думаешь, блин, нифига себе, я красава. Вот так и играй ладдер. Не, ну, конечно, надо играть до конца. Да, Never Conceit. О, Дракон Ноуэ сейчас отлично зайдет. Но нет. Даже Темпорус не поможет, потому что мы сейчас снимаем первый из блок, заканчиваем ход и убиваем. Ну, если Темпорусом. А нечем, нечем. А Никсе? Ну, вот если бы еще в этот ход можно было поставить, и то там Blizzard есть, мы видим. Blizzard, Blizzard. Да, шансов, конечно, у пристала. Ей, монетки. Вот, ну, которые не получат. Кордон, видимо, решил поставить сейчас дракона сумеречного, но понял, что он уже допустил мисплей, что надо было его сначала ставить, и решил не позориться. Мне кажется, он уже несколько ходов так происходит с этими сумеречными драконами. Вроде как и надо было сыграть, но как-то, ну, уже неудобно потом его ставить, поэтому оставляешь. Ну, бывает такое вот в ладдере, я думаю, у всех была такая ситуация. Не, в ладдере все равно, вот на турнире, особенно на стриме, неохота позориться. Не, ну, я имею в виду, все равно такая ситуация, думаю, была у всех, когда играешь, и такой вроде сделал ход, а там лежит какой-нибудь сумеречный дракон или что-то, что нужно разыграть. И ты, ну, вроде никто не смотрит, но ты не ставишь, потому что тебе как-то неудобно даже через перед противником. Это было не запланировано, я хотел другой ход сделать, поэтому его не поставил. Ну что, Катрин Мага одерживает закономерную победу, потому что она действительно... Возможно, миррорчик. Рассчитано побеждать таких престов. Там миррорчик ли? Трайма, что там? Какой прист у Трайма? Посмотрим. О, это там биг прист. Не, ну миррор все равно миррор в плане того, что это прист на приста. Как бы называется. Ну, знаешь ли, миррор это скорее всего битва архетипов одинаковых. Ну, тут спорно, спорно. Нет, не спорно. Мне кажется, миррором все-таки называется именно битва одинаковых классов. Не, миррор — это именно зеркало. Две одинаковые деки, два одинаковых архетипа. Ну, вон перед аватаркой зеркало ставь. Окей, как скажешь, Лен. Ну, ладно, не будем спорить. Ну, кстати, вот у... У ОТК приста очень неплохие шансы против... Биг приста, потому что... Ну, видимо, он решил сначала на ханте далее. Мы можем просто-напросто собрать комбу с этим сумеречным стражником, послушником, который меняет атаку, украсть здоровое существо, два раза удвоить 10 здоровья и пойти на 40 урона в лицо. А вот у хантишки шансов маловато. Да, вот мы видим уже руку. Биг приста. Есть слово «сила ужас». Давай бы сейчас ШВП или не отдавать в волка. Ну а что может быть страшнее у такого ханта? Страшнее, мне кажется, только Леок. Да. И все. Поэтому объективно можно отдать ШВП. Потому что всяких медвегов ты не убьешь. Но с другой стороны у тебя лежит потенциально АОЕ, с которым ты зачистишь попозже, может быть. Бум. Ну, зелье безумия бы на пятый ход, и... Ой, зелье гномозелье на пятый ход будет идеально. Сейчас, мне кажется, уже надо волка убивать. В прошлый ход мы как бы похилили лицо, да, и не... Ну ладно, ну, там ничего не похилили. Минус 3 урона все равно со стола. Шарадж в Купершоу, обидно. Так бы можно было с шестерки Шараджа, и Шарадж бы Таун призывал. Да, неприятненько. Ну, с шестерки на самом деле, если призываешь Таун, статую, это, наверное... Уже можно сказать. Угу. Залог победы. Победа еще это не назовем, но залог победы. Хант но надо дожить. Хант набирает обороты. Опа. А это комбинация с Цохом, да?
кругом исцеления. Да, с кругом исцеления играю. Но у нас есть две комбинации из двух карт, и... а в руке по одной карте из этих двух комбинаций мы никак не можем их разыграть. Он думает о том, чтобы волка второго убить. Ну... как тебе такой ход? Ну, если учесть такие карты в руке, я тоже не вижу других вариантов. Либо просто пропустить хилиться еще рано зельем, либо обилка, хилы пропускаем, либо хил и чистим волка. На полную, уже и 2 килл-команда в руке у ханта, очень жестко. Да, конечно, урона очень много. И надо молиться, чтобы это был таун. ГГ. Ну, это Изера, да, это победа для Хардон. Хотя бы не Барнс, конечно, но без разницы сама. Ну это 1-1, и сейчас будет битва престолов. Да, но не Мирор. Ну ладно, ладно, уговорил. Ну как я говорю, что у... если грамотно распределять ресурсы все, то у ТК Преста есть преимущество против Биг Преста. Посмотрим. Ну какое. Ставят. Биг Приз ставит большие таунты, а вот ТК Приз просто их ворует. Ну, зелень безумия. В этом плане, да. Но тоже надо для этого много карт. Ну вот. Например, один элемент комбы. Вообще нужно искать, наверное. Послушника и зелья безумия. Его даже клирикам никак ты не доберешь никакие карты, потому что тебе нужно сначала обо что-то удариться, чтобы что-то похилить. А удариться ты можешь только больших существ, и клирик не доберет тебе карт, по факту. Сразу будут умирать существа все. Вот странно, кстати, Хардонли, смотри, как он замулиганился. Он не стал оставлять там зелье безумия. Ну, это правильно. Нужно хотя бы какую-то стартовую игру найти. А, нужно найти добор. Какой-нибудь... слово силы, щит, темные видения, клирика. Хотя клирик тут плохо играет. Стаунт поставим, естественно, следующий ход можно будет его бафнуть. Да можно дракон, на самом деле, следующий ход. Нет, дракон нам нужен для синергии с драконами. Так что ладно. Надо... ну, нет, ну это, вот честно, это была ошибка, прям жесткая ошибка. Почему? Есть же мы сейчас начнем топ-декать драконидов-шпионов, начнем топ-декать девочек 1-3, а драконов нету. А мы могли тоже неплохой ход сделать, поставить... ставит 3-4, ну, 3-4 пробав. Он решил, КП. Что не будет так топ-декать. Он будет побеждать. Ставит дракона. Я не знаю. А ну ты что? Просто придираешься. Поехали. Одного дракона сыграл, все, ошибка. Ошибка. Думаю, ошибка. Вот, мне кажется, вот эта ошибка рановато отдавать. Да нет, мне кажется, кому. Нормально. Хотя я Сайленса не был Биг Престов обычно. Были. Почему за ноль Сайленса же были? В прошлой катке нам показывал. Просто страшно. Как-то. Опа, ой. Еще воды. Не получилось, нашелся ответ. Вот из-за этого мне больше нравится именно использовать такие комбинации, когда ты убиваешь противника уже. То есть в плане ОТК, а не в плане поставил существо и ждешь, что случится. Его убьют и все, и что теперь делать? Ничего, Барнс с шестерки. Нет, хорошая карта, Барс. Но тут, конечно, ну, маздиспел. Блин, он что? Игра никогда не наказывает плохие плеи. Потратил дракона и тут же топ-декнул двух драконов, которые друг с другом синергируют. Ну потому что он сильный игрок. Ой, смотри, а тут что? А, тут летал? А, нет, летал. Мана не хватило, долетало. Да, обидно, конечно. Он похилил. Стрелочка навелась на статую. Я уже думал, чего? Зачем? Ну, у Хардонли уже виднеется ли там следующий ход. Да, ну тут что будет? Решил рискнуть вот сущность тени. Мне кажется, сущность тени это был риск такой. Потому что. А что? Ну как бы хороший ход, почему? Ну вот мы хороший, знаем, что да, мы. Но. А нет, в руке не лежит хила. Мне казалось, что там зелье лежит. Пока мы стараем неплохо тратить весь стол. У него есть ответ также на драконида-шпиона.
Есть воскрешение за 4. Мы можем воскресить статую. Сейчас мы ее убьем. Убьемся ею по пироманта яростного. Реснем ее. Да, можно попытаться. Очень сложный выбор. Пытается сделать хардонли. 3 четверки. Какая из них лучше? Мне кажется, вечное служение. Да, мне тоже так кажется. Потому что слово тьмы ужас. Против Бью-Преста? Тут вообще не пригодится. Хил тоже не нужен, нам нужно давить. Если мы потеряли стол, нас никакой хил не спасет. Вот это интересно. Ну, окей. А почему? Потому что. Я не очень понимаю. Потому что... Что сейчас будет ментальный тык, что ли? Да ну... Не. Чем? А, ну он бился, чтобы резнуть статую. Вот для чего. Стукнулся. Что-то испугался, ну, там это так не, ментальный крик. Это неплохое решение, потому что мы знаем, что Сайленс играет Биг Прист. ОТК Прист только один, и он его уже потратил. Вот так вот. Играем. Тоже неплохая защита на столе. Хо-хо-хо. Нам бы сейчас, чтобы выжило хотя бы одно существо на столе до начала нашего хода, но, мне кажется, Биг Прист уже не отпустит. Еще комба, может быть, но тяжело уже будет убить. Нужно найти еще две нужно, карты. Нужно, да, две карты, нужно зелье безумия, послушник. И нам уже маны не хватит. Нет. 4, 5, 6, 9, да, ровно 10 маны. Нужно две карты, зелье безумия, послушник, да? Два хода, наверное, есть еще. Ну может, да, на следующих пару ходов лич... есть. Хотя на следующих тоже лич будет, это уже два таунта. Там уже и семерка в руке есть, которая рестница сейчас. Карта осталась у Хардонли, мне кажется, он сейчас взвешивает варианты, сможет ли он добить. Ну знаешь, тут никаких решений уже нельзя принять. Это... Ну, именно есть решение продолжать игру или не продолжать, это решение всегда можно принять. Это то, да. Что игрок может выбрать. Наверное, лич сейчас будет. Почему бы и нет? Да, это. Потом мы еще реснем статую. Реснем лича, барнца. Вернемся на стол. О, похищение карты с колоды. Сейчас. Сейчас пастушника бы и сумеречного украсть. Ух, смертокрыл. А чё? Нормально, я считаю. Прям сейчас, на следующий ход прям его бахнуть. А, нет, статуя убьет смертокрыла сразу же. Статуя убьет смертокрыла, да. Во-вторых, мы все сбросим. И никаких шансов. Ну, можно надеяться, что мы просто ударимся об лицо этим смертокрылом на 12 урона. Прист кончится. Ну, если бы это все можно было в один ход сделать. О, смотри, как мы сейчас. Мы просто все убиваем с помощью комбинации. Так, начал, пройдем. Клирика. Не самое удачное воровство. Но сейчас надо комбинацию, да, надо все убивать. Комбинация имеется в виду из гнома зелий и слова силы, слова тьмы ужас. Да, слова тьмы ужас. И, наверное, даже кругом исцеления все похили. Это можно даже под клириком. Да, кстати, можно круг исцеления клирик, дать. Клирик, круг исцеления. Бам, бам. Ну, мана же остается, почему нет? 16 карт и по картам. Может быть, Тайна Трайм уже себя комфортно чувствует, уже не, ну, не, да, не сильно хорошо думает. Ну я похилила. Так бы вот 26 айтинг. Пик. Если бы похилилась. Да. Не, ну это был мисплей. Ты права, это был очевидный мисплей. Ну что, мы прокачали хотя бы на раз. Берег. Да нет, там были разные существа. А вот троих. Трех. Ну дай дыцох, друг. Бережется. Ой, вот это хорошая карта. Фростморн, это хорошо. Победа. Отдали его Хардонли. Ну, какие можно сделать выводы из этой партии?
Ну, Хардон или пошел в Алын, и этот Алын не оправдался. Быстро, сразу же, тут же убили это большое существо. Да, вот поэтому и люблю подождать чуть-чуть, и все-таки лучше ты золотокашешь. Да. Потянешь время, чем ты отдашь существо, и потом будешь сидеть без танцев. Отдали просто дракона на растерзание. Вывалили, на. Разбирайся, как хочешь. Ростборн, это 8, плюс 7. 11. 15? А, нет, почему? Мы сейчас используем зелье, которое хил превращает в урон, и обилкой просто по лицу бьем. А, ровненько. Точно? Как же без БМа? Ну, я не люблю БМ, так что не буду поздравлять Трайма с победой. Что он? А, маны не хватило, что ли? Маны не хватило. Там же она сама 2 маны стоит. Еще нужно 2 маны на обилку, нужно 2 маны. Только ладно, тогда примите мои извинения. Трайм хороший игрок. Поддерживают. Ну, уверенная победа. Конечно, такие были мисплеи, но мисплеи, которые, в принципе, на ход игры никак не влияли. Мы его поздравляем с победой. Да, поздравляем Трайма с победой и уходим на большой перерывчик с парой.